Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пытается пересечь с территории Польши границу Украины. Попытка сделать это на поезде Перемышль-Киев не увенчалась успехом. Поезд, который принадлежит Укрлжелдороге, отказался тронуться с места, пока на борту находится человек, у которого нет права на въезд на территорию Украины. Саакашвили называет запрет на въезд незаконным. Они ведут себя так, как когда-то поступал Советский Союз, чтобы избавиться от диссидента. Они дожидались, пока он уедет за границу, а потом лишали его гражданства. Я говорю об украинцах Порошенко. Порошенко ведет себя как в советское время, как вел себя КГБ. Но сейчас не советское время. У нас есть страна, в которой есть правила и законы. Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле этого года, когда он находился в США. Формальным основанием для этого стало то, что якобы в момент получения гражданства он скрыл, что находится под следствием у себя на родине в Грузии. На украинской стороне границы Саакашвили ожидают сотни сторонников из партии «Батьківщина», «Самопомощь» и добровольческих батальонов. Сегодня...